Всем привет! Со мной связался один человек. Он рассказал, что происходило на самом деле в садике, за который я рассказывал, где, как мне рассказывали местные жители, были бойцы АЗОВа со своими семьями. Вот, он рассказал, что здесь происходило, скинул видео. Смысл в том, что в этом садике азовцев не было. Здесь были только мирные жители. И садик, насколько я понял, в такое состояние пришел не с одного попадания, а серии попаданий. Хотя выглядит все довольно-таки печально. Ну, можете сами увидеть, сплошные горы. И даже непонятно, что здесь был многоэтажный садик. Вот, как рассказал мне этот человек, здесь не было бассейна с водой. Воду бегали, искали, как и все. Еду бегали, искали, как и все. Под обстрелами прятались. С подвалов вытаскивали людей. Все было очень страшно, печально. Так что, как-то так вышло. Не верить этому человеку нет смысла, потому что я этого человека знаю почти всю свою сознательную жизнь. И это один из немногих людей, которым я готов поверить просто на слово. Поэтому как-то так вышло. Соседи меня обманули. Вот. Возможно, правда где-то посередине. Возможно, после того, как уехали отсюда гражданские, заехали военные. Возможно, просто соседи видели где-то тут, проходили мимо военные и подумали, что они здесь живут. Я не знаю, что произошло. Но смысл в том, что тут были гражданские. Он мне даже скинул видео. Если даст добро, я вставлю это видео сюда. Сейчас я всех разбежу. Пускай. Мне нравится, как болтается эта тряпка.